В Сургуте женщина-водитель въехала в окно одного из кафе города. Инцидент произошел 13 января около половины третьего дня. Автомобиль Nissan X-Trail стоял на парковке у небольшого торгового центра на Ленина 63. Возможно, находящаяся за рулем иномарки сургутянка перепутала передачи. Вместо передней включила заднюю и въехала в окно кафе. Витражи были разбиты, повреждения получила и иномарка. Хотя осколки стекол разлетелись по заведению общепита, обошлось без пострадавших.